Продолжаю снимать фильм «От А до Я». Наконец-то долгожданная доска разложена, все по полочкам. Куда, на что у меня пойдет доску, я переложил. Вот я отстрелял. Видите, сколько отходов еще уходит. Валаны все равно идеально ровные. Нельзя найти. Сейчас я буду все это превращать в размер. Вот 4 пары я отложил. Там посмотрим. Также ниточкой, как и кокору. Здесь ничего нового. Лучше вдвоем. По обе стороны встали. Посмотрели, как лучше побольше отстрелять. Ну, все по-разному отстреливают. Я говорю, как я делаю. Так что ждите. Сейчас я продолжу обработку. Забыл указать немножечко. Потом я выставляю вот так вот на край по козлам досочку. Пробиваю прямо насквозь гвоздями козлам. Можно и так еще несколько раз дополнительно между собой соединить эти две доски. Это будет пара досок. Левую, правую. Прямо так пробивает. Потом ничего страшного, оно дерево разбухает, все. Без засверливания никакой дырки не будет. Да и засверливание разбухнет, это дерево. На воде оно так разбухается. Если поначалу где-то что-то может и потечь, со временем перестает, когда доска разбухает. Вот я приколотил козлам. Довольно жестко у меня оно стоит. 4 гвоздя буквально. Каждый козлик. Тут ее выгибает уже, я ее немножко сблизил с трубцинками. Трубцинки вещь вообще хорошая. Сейчас я буду вот так вот пропиливать бензопилой с небольшим запасиком. А потом я уже вот так вот рубанок с удлинителем и иду рубаночком подравниваю. Полностью в сторону, по черточке. И все, весь процесс, ничего тут сложного нет. Настроил, сейчас все поставил. Сейчас рубаночком будем вот это вот снимать. Прямо вот так. Надеюсь, понятно. И по всей прямо потихоньку до линии. Итак, все доски. Вот хочу вам показать жимок. Вот это вот приспособление, которым прижимается кокоре доска. Досочку я отстрелял, как вы видите. Сейчас вот это, вот этим приспособлением я ее буду прижимать к всему периметру. Лишнее сейчас уберу. Обзорчик. Сделал я первую примерочку. Досочку. Это все плавно делается потихонечку. Вот эти прищепочки. Сюда клинышек вбивается, распирает здесь. Прижимает доску. Вот видите, тут с вырезами. Даже не знаю, как она называется, приспособка, честно говоря. Сюда заужаешь. Но это все плавно делается, постепенно. За один раз не загибается. Все надо как бы немножко почувствовать, не спешить. Денечек постоит, может и два. И потихоньку это все сужается. Здесь же ставится вот эта распорочка, я вам говорил, что переворачивается винт. Она распирает в обратную сторону, чтобы здесь прямое место было, а здесь сходилось, чтобы прямое место было, по милям лодочка шла хорошо. Из-за этого сделаю, она килеватая будет. Верткая очень. Ну вот, видите, тут еще загибать и загибать. Потихонечку все загнется. Не спеша. Вот. Играет она. Она немножко привыкнет, потом еще немножко подтянул. И так постепенно, потихонечку, не спеша, все подтягивается. Там я расчертил, еще подгонять кокору надо, чтобы притирочку встала. Подгоню, потом уже покажу.
Все, когда это все подгоняется, все становится, начинаешь пробивать. Основное — подогнать первую доску. Результат обработки кокоры налицо. Все косяки, все, если что, вылазит. Но это не косяки, это просто поэтапно. Нельзя, как говорится, сквозь дерево так посмотреть. Сколько бы у тебя опыта не было, подгонять все равно приходится. Пусть сегодня она постоит. Сейчас на вторую попробую навесить. Тут торопиться не надо, чтобы доска не лопнула. Потихонечку привыкнет дальше. Привыкнет дальше. Гнете. Тут еще приспособки у меня другие будут. Видите, докуда надо догибать. Процесс такой. Не быстрый. Все потихоньку. После примерки доски я вот так снизу, сейчас вот на этой кокоре покажу. Снизу нагибаюсь и смотрю, где упирается. Вот здесь упирается, здесь сантиметрик, допустим, да? Вот я так ставлю черточки, переношу, потом смотрю сюда на четверть. Там около 2 сантиметров. Значит, здесь мне надо еще примерно выбрать, где сильно упирается. 20 миллиметров. Там чуть поменьше, поменьше. Вот так черточки ставлю. Переношусь. Ну, сейчас перейду на эту кокору, потому что там я не размечал. Для того, чтобы было понятно здесь. Вот. Потом провожу линию. Доску снимаю, все снова разбираю. Вытаскиваю кокору. Провожу линию. И здесь я уже смотрю. Вот, 20. Мне надо углубить. Здесь где-то 15. Тут сантиметрик. И все это плавно как бы выйти. Не смотрите на то, что вот эта четверть и вот эта, ну, полка больше намного. На переходе она так и есть. На выходе она все равно как бы все уменьшается, доска, видать, поднимает. Но этого достаточно. Плюс вот здесь вот бабышечка, все это закрепляется. Это вот подгонка уже доски. Вот сейчас первая примерка. Сейчас я все сделаю, так как я разметил. Еще раз контрольную примерочку делаю. И должно уже быть все в изюме. У вас может получиться намного больше времени на это уйти. Так что, ну, тут дело опыта, конечно. Не знаю, понятно вам так будет, непонятно. Это все, конечно, я сейчас почищу. Еще доведу здесь, видите, у меня, ну, 15 метров вот я выбрал. Потихонечку сейчас это все рубаночком. Опять шлифовалочкой сниму. Итак, короче, все 4 стороны мне надо заново проделать, потом снова примериться. Если она подходит, все, оставляем практически. Жмем дальше, загибаем ее до конца. Видите, она немножко уже подзагнулась. Вот я сейчас пришел с утра. Не с утра, вернее, это в обед, наверное. Каждый день приходится работать. Ее джик, она уже легче подтягивается. Торопиться тут не надо, что первая доска ни в коем случае, вообще чувствовать надо, не переборщить. Потихонечку, она даже часа 4 постоит с небольшим, ее пришел через 4 часа, еще раз поджал, она еще раз подойдет. Вот видите, здесь я отметил 10, то есть я сейчас вот поведу здесь линию, вот так, и вот у меня 10 стоит, вот отсюда до сюда, мне надо углубить здесь 10. Чтобы у меня убрать вот здесь вот щелочку у меня под доской. А также с той стороны. На той я еще не отмечал, просто чтобы вам объяснить. Как-то так. Вот примерочка вторая. Видите, уже гораздо все лучше. Вот, досочка подошла. Теперь осталось ее тихонечко гнуть, не спеша. Сейчас займусь второй подгонкой. Размечу. Это еще немножко надо будет углубить. Пусть пока привыкает. Это третья подгоночка первой доски. Вот уже вроде как
Догналась. Так что процесс идет очень долгий. Главное первую доску подогнать, чтобы все плотненько было. Вот. Не знаю, увидите его, нет. Все довольно неплохо. Замечательно. Теперь ее надо гнуть потихонечку, потихонечку. На денек постоит, поддавливаешь, поджимается. Потихоньку. Спешить не надо, чтобы доска не лопнула. Иначе все дело на смарку. Латки эти, они ни к чему. Эту старую лодочку Андреевич готовит. Собрался, наверное, куда-то. Догнется. Ставыши подгоним. Передние. И будем пробивать. Все покажу. Также смотрите в следующем видео. Обработка переднего вставыша. Пробивка первой доски. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте, оставляйте лайки. Всем счастливо. Спасибо за просмотр.